Новости на телеканале «Север», в студии Ольга Русло. Здравствуйте в этом выпуске. Привлечь к ответственности нерадивых владельцев домашних животных поможет обязательная маркировка. Норму планируют в ближайшее время ввести в России. Наказания за нарушение правил дорожного движения станут жестче. В 2022 году появились некоторые изменения в законодательстве. Каникулы закончились. Кампания по доставке школьников из труднодоступных сел и деревень, а также оленеводческих стойбищ к месту учебы завершена. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска информация об обстановке на Зимнике. Дорога на Большую Землю закрыта для всех видов транспорта. Наземный маршрут на Нарьин-Мар-Усинск откроется ориентировочно утром 22 января. Ограничения по работе Зимника на Нарьин-Мар-Усинск действуют в связи с погодными условиями. Напомним, в настоящее время обустройством и содержанием автодороги в Республику Коми занимается компания «Техносфера». Зимник протяженностью более 30 километров состоит из двух частей. В обход нулевого и второго участков строящейся дороги. На пути обустроены пункты обогрева, где можно выспаться, поесть и принять душ. Задать вопросы по состоянию Зимника можно по номеру телефона 8-960-3059-54. А Зимник на Нарьин-Мар-Тельвиска открыт только для полноприводных транспортных средств массой до 20 тонн. Задать вопросы по содержанию Зимника на Нарьин-Мар-Тельвиска можно по телефонам 8-911-650-35-55, 8-911-652-22-22. 12 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. В числе заболевших 9 жителей Нарьин-Мара. Кроме того, зарегистрировано 3 привозных случая заболевания коронавирусом из Санкт-Петербурга. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3599 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3420 человек. За прошедшие сутки 3 пациента. В регионе зарегистрировано 89 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 102 человека. Из них стационарное лечение получает 21 человек, амбулаторное – 81. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 526 человек, близко контактировавших с заболевшими. Напоминаем, в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты эпидконтроля в аэропорту Нарьин-Мара, на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Ниси. Обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача по Ненецкому автономному округу об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Сокращения медиков не будет. Такое заявление сделал заместитель губернатора Андрей Блащинский во время прямого эфира на телеканале «Север». Напомню, в конце прошлого года в социальных сетях появилась информация о том, что медицинских работников на селе ждут сокращения. Большой резонанс в конце прошлого года вызвал приказ главного врача Ненецкой окружной больницы, в котором говорилось о сокращении численности медицинских работников в регионе. Приказ действительно вызвал большой общественный резонанс, но, вы знаете, этот приказ вызвал такой интерес не потому, что собрался кто-то сокращать врачей, ну это же глупо в период пандемии, а потому что была недоинформированность медицинского сообщества на местах по пониманию, что же происходит. В действительности данным документом внеслись корректировки в штатное расписание сотрудников Ненецкой окружной больницы. Действующий сотрудник медицинский сокращен не будет, и приказ на это изначально не был нацелен. Приводится в соответствие штатное расписание с рекомендациями Минздрава. Те люди, которые работали и совмещали должности, а сейчас совмещать не будут, в деньгах не потеряют ни единой копейки. Штатное расписание окружной больницы приводилось в соответствие согласно рекомендации Министерства здравоохранения. Должность существует годы, на этой должности никого нет. Целевой показатель у нас должен быть выполнен, а выполнен он быть не может, потому что физически человека нет. При этом Андрей Блащинский добавил, что в случае необходимости ввести дополнительные ставки медицинских работников не составит труда. Это можно сделать в течение буквально пары дней. Кроме того, вопрос взят на личный контроль губернатором Ненецкого округа. Автомобилисты, внимание! В 2022 году появились некоторые изменения в законодательстве, касающиеся правил дорожного движения. Ужесточаются санкции к злостным нарушителям правил дорожного движения. О нововведениях расскажет моя коллега Елизавета Кабанова.
На кадрах резонансное ДТП, которое произошло на Кутузовском проспекте в Москве. В аварии погибли два человека, в том числе и блогер Саид Губденский. Его машина выехала на встречную полосу движения и врезалась в два других автомобиля. Именно после этой трагедии в Госдуме подняли вопрос об уголовном наказании за повторное нарушение правил дорожного движения. В пояснительной записке к проекту говорилось, что более 40% водителей не останавливают административную ответственность за превышение скорости, поэтому они неоднократно нарушают правила дорожного движения. Ну, я не думаю, что у нас здесь будут оказывать здесь не такие скорости. Это там где-то в Москве, на МКАДах-то. Ну, не знаю. Ну, этих, которые эти мажоры там катаются, гоняют, тех, да, надо наказывать. Как вы к этому относитесь? Ну, я думаю, положительно, потому что, тем более, у нас в городе, где дороги узкие, а зимой, сами видите, какая ситуация. Ну, по сравнению с Европой, все равно наши правила довольно-таки лояльные. Вот. Тем более у нас есть и послабление для водителей. Вот для профессионалов, например, с Нового года отменен это. Не профессионалов, вернее, отменены обязательный технический осмотр. Отмена обязательного технического осмотра для водителей легковых и мототранспортных средств предусматривается 494-м федеральным законом, который вступил в силу 30 декабря 2021 года. Конечно же, есть условия. Транспортное средство должно использоваться только для личных целей. Именно оно дает право не проходить техосмотр. Правда, и тут есть определенные «но». Многим автомобилистам придется все-таки проходить технический осмотр. В некоторых случаях, таких, например, как при постановке на государственный учет госавтоинспекции транспортного средства, с года выпуска которого прошло более 4 лет. Или при совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Также для транспортных средств, с года выпуска которых прошло более 4 лет. Технический осмотр необходим для тех транспортных средств, в конструкцию которых были внесены изменения. Требования к прохождению этой процедуры остались теми же – предоставить исправное транспортное средство, а также ряд документов. А теперь разберемся подробнее в статье 264.2 Уголовного кодекса. В январе 2022 года вступил в силу закон, согласно которому повторный выезд на полосу встречного движения или повторное превышение скорости влечет за собой уголовное наказание. Действие статьи не распространяется на нарушения, зафиксированные дорожными камерами. Что касается ее первой части. Например, ранее водитель был лишен за превышение скорости, либо за совершение обгона. Будучи лишенным, он опять совершает такое же правонарушение, либо превышение скорости, либо выезд на полосу встречного движения. В данном случае предусмотрена уголовная ответственность. Наказание в этом случае предусмотрено в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от года до 2 лет, обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами или лишением свободы на срок до 2 лет. Одновременно приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Теперь, что касается второй части. По второй части, например, данный водитель привлекался уже к уголовной ответственности по вышеуказанной статье и опять же совершает данное правонарушение. По части 2 предусмотрены более строгие наказания. Наказание по этой части предусмотрено также для тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость. Санкции в этом случае будут выглядеть так. Штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Могут быть назначены исправительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет. В качестве альтернативных видов наказания предусматриваются ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. В этом случае приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет. Все это сделано для того, чтобы уменьшить число автомобильных аварий. Вообще, как вы думаете, поможет ли это для устранения, вот, например, уменьшения количества аварий? Мне кажется, нет. Почему? Не знаю, как все нарушалось, так и будет нарушаться. Как вообще думаете, сократится ли количество аварий при таких условиях? Думаю, что да. Водители будут дисциплинированы, как бы более порядок будет на дороге. Данная мера поможет сократить число аварий, в основном в больших городах. У нас подобные нарушения встречаются редко. Но несмотря на это, будьте внимательнее на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, телеканал «Север».
Нас услышали. В России планируют ввести учет и обязательную маркировку домашних животных. Новая норма также поможет не только оперативно находить потерявшихся питомцев, но и привлекать к ответственности нерадивых хозяев, выбрасывающих своих животных на улицу. Наталья Дуркина продолжит тему. Напомню, не так давно к нам в редакцию обращалась жительница поселка Искателей Екатерина Литовка. Женщина утром отводила сына в садик, где на нее напала бездомная собака с клипсой в ухе. Отбиться от животного помог охранник. Позже Екатерина позвонила в службу отлова, чтобы животное забрали обратно. К слову, это был не единичный случай нападения данной собаки. Они в курсе данной собаки, что это было не первое обращение по конкретному животному. И они пообещали мне, что как только они ее отловят, эта собака уже будет у них на контроле, и выпускать ее на улицу они больше не будут. Однако не только бездомные собаки нападают на людей, но и домашние. Это происходит потому, что многие хозяева выпускают своих питомцев на самовыгул. Не каждая домашняя собака нападает на человека, но по статистике именно они причиняют вред здоровью людей, оставляя после своих укусов тяжелые увечья. Потому что это тоже является проблемой для наших жителей. Эти же животные, они точно так же могут представлять угрозу для детей, для лиц пожилого возраста, ну и в том числе и для меня, как молодой женщины, тоже это угроза. Потому что самостоятельно от большой собаки я не отобьюсь. К слову, большое количество безнадзорных собак – это прежде всего вина безответственных людей, которые берут питомцев на попечение, а когда они им надоедают, попросту выбрасывают на улицу. Мое обращение звучит не как просьба контролировать данных животных, а это призыв к нашим контролирующим органам, к нашим властям с целью инициировать внесение изменений в данный закон. Возможно, что разработать какую-то систему по регистрации хозяев домашних животных, либо получать разрешение на заведение домашних животных, что впоследствии облегчит контроль за этими животными и повысит ответственность людей за своими питомцами. Случаи нападения собак регистрировались не только в Ненецком округе. Это проблема всей России. Но если в нашем регионе обходится без тяжелых увечий, то вот в большинстве других доходит до летальных исходов. Так, в Калининском районе Тверской области 14 января собака насмерть загрызла 6-летнего ребенка, мать которого занимается разведением животных. И таких случаев достаточно. Именно поэтому Минсельхоз подготовил поправки в законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии. Этот документ вводит понятие маркировки и учета животных. На данный момент он относится только к сельскохозяйственным животным. Теперь это положение планируют исправить. Я отношусь очень положительно, потому что это дисциплинирует хозяев. Во-первых. Во-вторых, когда мы будем знать, мы же все имеем паспорта. Да, нас все знают, знают, кому обратиться. Здесь то же самое будет. Мы будем знать, чье животное, бездомное оно или не бездомное. Да? После этого мы можем регистрировать и потом как минимум штрафовать тех нерадивых хозяев, которые выпускают животных без привязи. Помимо этого, мы можем поощрять тех хозяев, которые наоборот следят за своими животными, смотрят за ними, вакцинируют их своевременно. Маркировать питомца можно будет тремя способами – с помощью бирки, клейма или чипа. Эта мера будет полезна не только при отлове животных, но и в случаях, когда питомец потерялся. Клеймо дает РКФ, Российская кинологическая федерация. Она нам дает возможность регистрировать животных. Животные все зарегистрированы не только в нашей федерации, но и могут выставляться на выставках. Чип дает регистрацию хозяина в электронной системе, где указывается, чей хозяин, где животное живет. Но там, к сожалению, не указано, вакцинированы они или не вакцинированы. Вот. То есть, в принципе, по клейму, по чипу мы сможем определить, чье это животное, как минимум, да, узнать. По поводу клипса, это просто клипса, она дает бездомных животных, мы определяем только их так. Добавлю, доработать законопроект планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишлов, телеканал «Север». В регионе более 180 школьников подали заявление на всероссийский конкурс сочинений без срока давности. Прием работ ведется до 30 января в Ненецком региональном центре развития образования.
Всероссийский конкурс сочинений пройдет в 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и федеральный. Участие могут принять ученики 5-11 классов и студенты профессиональных учреждений со всей России. Количество тем для сочинений в этом году увеличено. Все они направлены на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В прошлом учебном году в конкурсе приняли участие школьники и студенты со всех субъектов России – Республики Беларусь и 25 иностранных государств. В этом году география конкурсантов станет шире. Заявки на участие могут подать ребята из государств, расположенных на территории бывшего Советского Союза. По итогам конкурса будет издан сборник сочинений, призеров и победителей в различных номинациях. Торжественное награждение состоится в мае. Подробная информация о проведении мероприятия размещена на официальном сайте конкурса. В Ненецком округе завершилась кампания по доставке детей из труднодоступных сел и деревень, а также оленеводческих стойбищ к месту учебы. Накануне финальный школьный рейс доставил ребят из Варника, Харивера и сельхозкооператива «Рассвет Севера» в Нарьян-Мар. Алена Воучейская расскажет подробнее. Это Надя. Потом дальше Надя, Кристина. Потом Кристина. Марина. Нет, четвертая. Рейс по оленеводческим стойбищам – полная импровизация, шутят пилоты. Координаты от жителей тундры поступают непосредственно перед вылетом, ведь кочевники постоянно им дают. Авиаторы составляют оптимальный маршрут и отправляются в полет. Школьный вертолет ждут в 7 оленеводческих стойбищах общины Ямпто и сельхозкооператива «Рассвет Севера». Не всех удается найти сразу. Где-то кочевники ставят чумы в низинах, где-то могут ошибиться с координатами. Однако после непродолжительных поисков экипажу все-таки удается заметить островок жизни в бескрайней тундре. Когда все малыши на борту, винтокрылая машина берет курс на Каратайку. В интернате этого поселка обучаются детки из семейной родовой общины Ямпто и СПК «Рассвет Севера». В полете знакомимся с Надеждой Тайбарей. Она провожает сына и дочь, но уже в Усть-Кару, еще один поселок на побережье Арктики. Мне очень нравится. Я даже сравнивала их с другими школами других регионов. Но я, честно скажу, мне очень нравится, как они там преподают. Но я очень довольна. Я очень довольна тем, что мои дети в течение года под контролем. Прилетаем в Каратайку. Ребят здесь уже ждут. После перелета обязательно горячий обед, следом размещение в интернате. На ближайшие 5 месяцев мамами для тундровых малышей станут воспитатели, в том числе и Оксана Сидоренко. У каждого адаптация проходит по-разному. Есть ребятки, которые быстро привыкают, есть, которые посложнее им в этом плане. Все-таки от родителей же отрывают. 7-летки, 6-летки, ну, конечно, своих-то жалко. Но ничего, вот в этом году очень хорошие ребятки. Их 5 человек у нас в этом году, первоклассников. Трудновато было с учебой, но сейчас уже мы начали читать. Тихонько списываем, уже у нас немножко процесс-то пошел получше. Вот. И очень такие детишки-то любознательные. Но только единственное, что вот по-ненецки в основном желательно с ними... Уже на следующий день дети кочевников отправляются в школу. Здесь их ждут не только учителя, но и друзья из числа поселковых ребят. Обучают маленьких тундровиков по особой программе, ведь у многих нет дошкольной подготовки. К тому же в каратайской школе делают упор на сохранение родного языка. Чтобы сохранить их язык, с 1 по 9 класс ведутся уроки родного ненецкого языка, родной ненецкой литературы. Ведется элективный курс в начальной школе «Хозяйка Чума», то есть, чтобы дети не забывали свои традиции, чтобы дети не забывали свой язык. Ну а часть ребят из Каратайки и Варника отправляются на учебу в город. Их ждут в Ненецкой средней школе имени Пырерка. Этим же рейсом в город доставили и старшеклассников из поселка Харивер. В этом году у нас, да, погода, к сожалению, нас подвела. Мы начали 10 января, планировали завершить 16-го, но сегодня вот 19-е, завершаем мы сегодня кампанию. Знаю, что этот рейс, он был такой совмещенный, и по большей части это была переброска детей с оленеводческих стойбищ. Да, мы залетели в 7 стойбищ, забрали детишек из 7 стойбищ, привезли их в школы Каратайки, Усть-Кары и одна бригада в город. Кампания по доставке школьников стартовала 10 января и завершилась 19-го. Школьные вертолеты перевезли 180 детей, чьи родители ведут традиционный кочевой образ жизни, а также детей из сельских поселений, где отсутствуют средние и основные общеобразовательные организации. Всего было совершено 6 рейсов. Алина Воучейская, Алексей Орлов, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.